Сегодня в почтовый ящик бросили еще одну посылочку. Вот она. Такая маленькая. Честно, не знаю, что там. Сейчас будем вместе открывать и смотреть, что внутри. Это мне муж заказывал. Это крепится с одной стороны в машину крепится, чтобы телефон не летал по салону. Достаточно быстро пришло, наверное, недели две. Да, вот такая штука. Потом покажет муж, как это в действии. Сейчас установим данный девайс на автомобиль. Во всяком случае, попробуем. Обнаружилась небольшая проблемка. Здесь целиком он сюда не влазит. Значит, будем крепить как получится. Удалось закрепить как-то вот так. Телефон, в принципе, выдерживает. Держится достаточно прочно. Посмотрим по ходу эксплуатации. Вот мы видим наш заказ, его стоимость, полное описание. Каким автомобилем подходит. Но, в принципе, такое устройство подходит ко всем. И вот как оно выглядит. Естественно, с отзывами. Все счастливы. Как показал практика, крепится действительно и держит очень даже телефон хорошо. Такое вот удобное крепление для всякой нужности и ненужности.